Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Какую компанию представляете? Компания 1С Франчайзи Виктория. Являемся партнерами компании 1С. С чем сегодня приехали на выставку? Какую услугу представляете на своем стенде? На выставке представляем автоматизацию оптового розничного бизнеса. Помогаем данному виду деятельности упростить жизнь и сделать свою деятельность, работу в один клик. Как это возможно в один клик? Это же все-таки непростой процесс. Непростой, но есть замечательный сервис на базе 1С, так называется сервис 1С товары, который позволяет формировать розничному бизнесу заказы в один клик, то есть формирование автозаказов. То есть на основании всех продаж, которые совершались ранее, сервис прогнозирует и предложит при закупке товара, подскажет, какое количество товара нужно заказать на определенный период. То есть, грубо говоря, сервис выполняет функцию кладовщика, человека, который на протяжении там полудня может ходить по складу, собирать данные, собирать остатки и там потратить уйму времени для того, чтобы спрогнозировать и сделать какой-то заказ. Получается, ваш сервис позволяет также и сэкономить на человека-часах, потому как он упраздняет ряд специальностей. Да, грубо говоря, сервис сам все проанализирует за человека и скажет, какое количество товара нужно заказать. Также делают аналитику по прошлым продажам, показывают оборачиваемые товары, необорачиваемые товары, показывают товар, который хорошо продается, который не продается, который, возможно, нужно вообще вывести из оборота. Также показывают товар, которого слишком много закуплено, на которые потрачено большое количество денег, но можно было потратить на другие, показывает ассортимент товара. Ну, то есть очень большой спектр услуг, который облегчит жизнь и руководителю данного магазина, и людям, которые занимаются конкретно продажами. Анатолий, я правильно понимаю, что этим сервисом, в принципе, может пользоваться один человек и достаточно одного человека для того, чтобы контролировать все эти процессы? Да, сервисом может пользоваться один человек. Контроль очень простой, все доступно, наглядно, понятно. Заявки формируются в автоматическом режиме. Человек, которому этим занимается, нужно только подтвердить заявку и отправить на почту поставщику. Это же максимально удобно. Максимально удобно, да. Ну тогда желаем удачи и развития вашему направлению. Да, спасибо большое. Яком Экспо 2019. Retail.ru. Фирма 1С.